увидели там аквабайк производства Bombardier и решили себе его купить. Нам сказали, что там ничего не продается на выставке, и что это компания, финский дистрибьютор Bombardier, ищет в России партнеров, дилеров, которые могли бы работать с этим продуктом. У нас уже был автосервис, мы подумали, почему бы нет, и решили поговорить об этом с ними и договорились, что мы станем дилерами Bombardier. Это было 1993, по-моему, год, если не ошибаюсь. Чуть меньше 20 лет назад. Это была осень. Водный мотоцикл нам так и не продали. Нам пришлось купить снегоходы. И я до сих пор помню, что в ту зиму мы продали 18 снегоходов. Надеюсь, что в эту зиму мы продадим 10 тысяч. Мы поняли, что это бизнес, который... ставку на который нужно делать, и все остальное отодвинуть на второй план. И сегодня бизнес BRP занимает в структуре группы компаний больше 80%. Можно сказать, 90%. Если учитывать ритейл, то 90%. И, вы знаете, это до сих пор моя страсть.